Ты окорешь, что ты знаешь? Ой. Он тебе понравится? Он тебе понравится? Сначала я тебе хочу показать. Ага. Окорее. Ты окорешь, что ты знаешь? Ой, ну что я знаю о Корее? А что надо знать о Корее? Ну, я не знаю, то о Корее просто. Что? Не, ну вот я уговорила, я вообще немного знаю. Ну вот вы мне рассказали то, что войны у вас были. Нет, это не интересно. Междоусобные. Просто сама узнала то этого. Во всей твоей жизни. Я знаю Ким Чен Ына. Ким Чен Ын? О, да. Ким Чен Ын знаешь. Вот. О. Что еще знаю? Все. Он тебе понравится? Он тебе понравится? Нет. Только Ким Чен Ын знаешь, да? Да. А у тебя друзья тоже? И знаю теперь BTS. BTS? Я только что узнала это. Теперь знаю. А, сейчас знаешь. И узнала, что... Я тоже не знаю, что кто BTS. А еще узнала, что Чокопай из Кореи. А, Чокопай. А ты знаешь, что вообще три... Из них две, я тебе сказал. Нет, ну вот, я еще знаю, что есть Южная и Северная Корея. А, да, вот, да. Это все касается Ким Чен Ын. Вот, да. Он коммунисты. Ну, все, ну стоишь. Коммунисты. А, Сеул знаешь? Конечно. О, Сеул. А другой город знаешь? Нет. Только Сеул. Только Сеул, да. Да. Видела в телевизоре и новости? Друзья уезжали в Сеул. Не, по телевизору или любой материал ты не видела? Да, нет, ну, друзья скидывали. Друзья скидывали. Я тебе один сегодня покажу. Давайте. На прошлый раз. Вот это. Это корейский туризм, но государственный орган. Туризм, да. Туризм. Туризм. Корея тоже такая организация есть. Они сделали... Показывает три города. Красивый, три города. С музыками. Это старые корейские песни. И вот они поняли за парни. Это все. Где? White House, Корея. Где президент. А у вас тоже горы есть, да? Есть, смотри. Это музей. Здесь он. Да. Старый костюм. Национальный, это, да, дворец, костюм? Да, национальный. Ну, это как служащий. Прокурор. А, да? Там, спасибо. Это центр Сеула. Ворота. Дворик. Дворик. Там несколько двориков в Сеуле. Это спорит, поэтому дорога там. Разве не будет. У нас в Ташкенте такого нет. Такой дороги вы имеете в виду? С туннелем? Нет. Ну, чуть-чуть есть. Где... Это несколько мест показывает Сеул. Ага. Это вторая большая город. Второй большой город. Пусан. Там тоже город. Ну, он такой курортный, да, какой-то? Курортный? Курортный. Курортный? Да. Кстати, одна я... Девять. Один девять. Один девять. Горы, поэтому то она так. Это станция.
на Динева, да. Как у нас. Последний. Ну, красивые места. Это тоже старый город. Это вообще другое. Это Бухара или далеко из Соула. Это там есть... А какой это город? Чонджу. Чонджу. Да. Там как у нас Бухара. Да, Бухара. Остается? Старые здания, старые культуры. Как это корейский традиционный архитектура. Все песни наши, истории, тебе же старые. Да? Так, старые песни. Старые песни. Они очень смешно одеты, это как-то... Они известны. Недавно они как-то опубликовал песню и стал вообще известный как-то. Это группа, да? Да, да. Они только поют. Старый, традиционную корейскую песню, вообще оригинальную, и с смешной танцей. Да, да, танцы. Да, да. Смешно танцуют. Это Чонджу. Вот это мне больше всего нравится. Да? Будет как Узбекистан? Нет, это красочно просто. Да? Ты только что посмотрела три корейских города. Первый, самый Сеул. Большой, Сеул. Да. Второй, Пусан. Пусан, да. Вторая большая. Второй большой город. Второй большой город. Пусан? Пусан – портовый это город. Портовый город. Да, да. И третий, один город – это самый традиционный. Национальный. Да? Национальный. Да. Национальный. Как это, думаешь? Что? Ну, посмотрела только. Корея, Пусан. Что вот мне вот последний Чонджу понравилось то, что он такой красочный. Ну, прям. Традиционный, оригинальный. Да, да, да. И там природа прям очень зеленая. Мне это очень понравилось. Второй город, вот Пусан. Это. Да, Пусан. У моря. Курортный. Да, а Сеул, ну вот прям он видно, что он такой. Ну, бизнес-сити, Сеул. Что он такой прям современный город. Современный, да. Да. Современный. Ну, как Ташкент. Ну, вот они очень сильно отличаются друг от друга. А, да, да, конечно. Но в Сеуле больше 10 миллионов. В Пусане 5 миллионов. Чонджу население. Чонджу там миллион. Тебе Чонджу мужчина. Ну, мне понравилась природа. А Питер как? В Питере тоже зелено очень. Нет, Питер. Как нет? Там очень много травы, постоянно зеленые. Дожди постоянно льют, там деревьев много. Там очень свежий воздух, мне вот это конечно, нравится. Конечно, очень хороший воздух. Вот в Ташкенте ужасный, отвратительный. Почему? Ташкент тоже... Чистый? Нет, воздух у нас очень грязный. Я, да, вот и один день вот недавно был, что в Ташкенте он первое место занял вообще по всему миру самый загрязненный воздух. Да? Ну, в Корее тоже плохой воздух. А вот тут... Поэтому там все маски. Когда не было как это, коронавирус, как коронавируса, они уже маски всегда. Уже маску, да? Одевали. Да. Одевали. Да. Да.
Ну, вот здесь вот постоянно нос заложен, потому что у нас климат очень сухой. Ага. О, да, это. Вот, сухой. И пыль поднимается. А, ну, это натуральное. Пыль. Женская. Да. Это натуральное. Можно кушать пыль. Ну? В смысле, пыль кушать? Да, пыль это грунт. Угу. Это нормально. Но что плохо? Угу. Химически. Угу. Это пыль, пыль колеса. Но все равно сама... и машины тоже у нас вот вечером, особенно вечером, загрязняется воздух. Вот. Переезжайте в центр. Это совокупность, понимаете? Там, я кажу, что там плохо. Там пробка большая. Сюда переезжай в центр. Здесь хороший воздух, да? Да, здесь очень много дерева. Ну. Нет, вот в горах у нас хороший воздух, когда ты поднимаешься куда-то высоко. Ну, там прям чувствуется, что ж, ты задыхаешься от этого свежего воздуха. Да, я знаю. Здесь... Здесь тоже, тяжело когда весна, весна и осенью, угу. дожди идут угу. ночью угу. и утром вообще свежий воздух. Свежий воздух. Да. Это да. Там. Ну, Корень там. Пыль досаживается, конечно. Да, да, да. Но скоро дожди идет. Да, дожди пойдут. Дожди пойдут. Да. Дожди пойдут.